Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией сегодняшнего видео по майнеру, по заработку криптомонеты USDT, CMUSDT называется. Вчера не было возможности записать видео, но вот с утра пораньше пишу видео. Значит, сегодня у меня, как я и обещала, проверка на вывод. Так как депонировала я. Так, вчера у нас. Позавчера я зашла. Позавчера, значит, я депонировала. Вчера только был доступен вывод. Так как вывод не сразу. Через 24 часа будет доступен. Вот. И вот надо проверить. Значит, что у меня. Депонировала я сюда 5 монет. USDT. И пойду соберу прибыль. Так, ну что здесь перевести? А, собрать, видим, да? Кликаю собрать. Собирается моя прибыль. Что-то она не собирается. У меня компьютер тормозит. Сейчас я перезагружу. Ну и что-то нифига. А, собрал. Ну и все. Так, перезагружаю, ребятки. Опять. Так. Я возвращаюсь. Ну вот, все, моя прибыль собрана. И иду на домашнюю страничку. Кликаю вывод. Подробное видео у меня на YouTube-канале. Значит, у меня на балансе 2.40 USDT. Сюда сумму. Так, наверное. Ну да, сумма 2.40. Там 2.4. Сюда возвращаюсь, ставлю точку. И иду в TronLink. Кликаю, смотрите, USDT. Так. И копирую адрес. Сюда вставляю адрес. Пароль у меня стоит по умолчанию. Кликаю вывод. Все. Теперь нужно дождаться вывода, когда поступит. Возможно, это займет несколько минут. А, нет, ребятки, смотрите, вывод пришел мгновенно. Все, даже на паузу я не ставила. Вот мои монетки я 26-го депонировала. 5 монет. Сегодня 28-го. Вчера я не собирала ничего. Ни прибыль, ничего не выводила. Сегодня у нас 28.04. Вот, можете поставить на паузу, посмотреть число. Плюс 2.4 у меня собрано. Все, монеты поступили на баланс. Шикарно, замечательно. Вообще супер. Вот. Ну что, я продолжаю работать. Завтра я опять соберу прибыль. Вот на этом все. Всем удачи, больших заработков. Не забываем о рисках в интернете. До новых встреч!